информации британского издания The Sun, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор сыграет роль немого моряка в очередном сезоне популярного сериала «Игра престолов». Ранее уже сообщалось, что ирландский боец может принять участие в съемках. Персонажем Макгрегора будет член экипажа Эурона Греджуя, которому отрезали язык. Съемки седьмого сезона сериала начались летом в ирландском Белфасте, и Макгрегор может ненадолго прибыть, чтобы сыграть эпизодическую роль в одной из серий. Легендарный российский тяжеловес смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о прошедшем инциденте с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Никакого конфликта с Кадыровым у меня не было, и я сделал замечание о нарушении закона. Вот и все. Есть правила, утвержденные Министерством спорта. Для детей одни, для юниоров другие, для взрослых третьи. Никаких изменений никуда вноситься не будет», – заявил Емельяненко. Чемпион ICB в тяжелом весе Салимгерей Расулов дал прогноз на потенциальный поединок Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. «Хабиба я очень давно знаю, мы еще на одних соревнованиях выступали в 2009 году. Этот человек всегда растет во всех направлениях. Думаю, Хабиб уверенно его затащит в партер, а оттуда еще никто не вставал. Нурмагомедов уверенно победит Макгрегора», – заявил Расулов. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс пояснил, почему он отказался от схватки по грэпплингу со своим принципиальным соперником Даниэлем Кормье. «Почему я отказался от схватки по грэпплингу с Кормье? Да потому что я не хочу, чтобы у этого парня возникло ложное ощущение безопасного боя со мной. Я хочу поединка против этого парня по правилам ММА, чтобы уничтожить его в октагоне, а не просто провести борцовское представление», – заявил Джонс.